Привет всем, меня зовут Мира, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотела показать, как вяжется узор номер 14 из книги Хитоми Шида. Раппорт состоит из 23 петель и 22 рядов. Итак, первый ряд. 3 лицевые. 1 изнаночная. Накид. 4 лицевые. 2 вместе с наклоном влево. 6 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, изнаночная и кромочная изнаночной. Второй ряд. Лицевая, изнаночная, накид, 4 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночных, 2 вместе изнаночной. Для этого меняем петли местами и провязываем изнаночной петлей. 4 изнаночные, накид, 1 изнаночная. 1 лицевая, 3 изнаночных и кромочная изнаночная. Третий ряд. Третью петлю накидываю на первую и вторую. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная. 2 лицевые, накид, 4 лицевые. 2 вместе с наклоном влево. 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная и кромочная изнаночная. Четвертый ряд. Лицевая, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные. 2 вместе изнаночной. Еще раз 2 вместе изнаночной, только нужно поменять местами петли. Провязать изнаночной. 4 изнаночные. Накид. 3 изнаночные. 1 лицевая. 3 изнаночные. Кромочная изнаночная. Пятый ряд. 3 лицевые. Изнаночная, накид, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 6 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, изнаночная и кромочная изнаночная. Шестой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 4 изнаночных, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночных, 2 вместе изнаночной, меняем петли местами и провязываем изнаночной. 4 изнаночных, накид. 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночных и кромочная изнаночная. Седьмой ряд. Третью петлю протягиваю над первой и второй. Лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, накид, 4 лицевые. 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная и кромочная изнаночная. Восьмой ряд, 1 лицевая, 3 изнаночные,
накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, еще раз 2 вместе изнаночные, меняем петли местами и провязываем изнаночные. 4 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. 9 ряд, 3 лицевые, 1 изнаночная, накид, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 6 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, изнаночная, кромочная, изнаночная. 10 ряд, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночные, для этого меняем местами петли и провязываем изнаночной. 4 изнаночные, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночные и кромочная, изнаночная. 11 ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй и провязываем лицевая, накид, лицевая. 1 изнаночная, 2 лицевые, 4 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевые, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, кромочная, изнаночная. 12 ряд, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 4 изнаночные, 2 вместе изнаночной, еще раз 2 вместе изнаночной, только нужно поменять петли местами и провязать изнаночной. 4 изнаночные, накид, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. 13 ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные и кромочная, изнаночная. 14 ряд, 3 лицевые, скрещенная, изнаночная, 1 лицевая, скрещенная, изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, скрещенная, изнаночная, 1 лицевая, скрещенная, изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. 15 ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй. Лицевая, накид, лицевая. 3 изнаночные. Скрещенная лицевая. Изнаночная, скрещенная лицевая. Изнаночная, накид. 2 вместе с наклоном влево. 2 изнаночные.
2 вместе с наклоном вправо. Накид. 1 изнаночная, скрещенная лицевая. 1 изнаночная, скрещенная лицевая. 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 16 ряд. 3 лицевые. Скрещенная изнаночная. 1 лицевая, скрещенные изнаночные. 1 лицевая, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 17 ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 18 ряд. 3 лицевые. Скрещенная изнаночная. 1 лицевая. Скрещенная изнаночная. 1 лицевая. 2 изнаночные. 2 лицевые. 2 изнаночные. 1 лицевая. Скрещенная изнаночная. 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 19 ряд. Третью петлю протягиваем над первой и второй. Лицевая, накид, лицевая. 3 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. 20 ряд, 3 лицевые. Скрещенная изнаночная, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 21 ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. 22 ряд, 3 лицевые, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные и кромочная изнаночная. На этом раппорт узора окончен. Спасибо, что вязали вместе со мной.